В магазине вино и пиво от кубанских производителей комиссия обнаружила 240 литров нелегального алкоголя. Неизвестно, откуда поставляются напитки и в каких условиях они производятся. Продукцию изъяли, хозяину магазина грозит штраф от 30 тысяч рублей. В данном торговом объекте осуществляется реализация алкоголя без разрешительных документов, то есть без лицензии. Деятельность осуществляет физическое лицо. С начала года торговля суррогатом пресечена на 15 объектах. Изъято 568 литров алкоголя, что гораздо меньше, чем в прошлом году. По словам полиции, положительная тенденция наблюдается благодаря усиленной профилактической работе в этом направлении.